Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Состояние звезды описывали как стабильное, но тяжелое. Спустя несколько дней после госпитализации знаменитость вышла на связь с поклонниками из больничной палаты и сообщила, что с ней все хорошо, она идет на поправку. В понедельник утром Анита Цой вновь записала видеообращение для своих фанатов. Она рассказала, как проходят ее дни в клинике. Оказывается, звезду мучает сильная слабость. Правда, говорят врачи, это нормально. Сил нет от этой болезни. Постоишь две минутки и пойдешь на кровать, жалуется певица. Она отметила, что такое состояние – побочка китайской инфекции. Причем слабость останется надолго. И это Аниту Цой не радует. Однако артистка не сдается и сохраняет бодрость духа. На время режима самоизоляции звезда переехала в загородный дом. Она отказалась от посещения различных передач и не принимала гостей. Певица переживала за пожилых родителей, поэтому требовала от близких и помощников по хозяйству соблюдать все меры предосторожности. Анита Цой радовалась свободному времени на карантине, чтобы поклонники ее не потеряли. Много снимала для своей страницы в Instagram, выпускала кулинарные ролики и записывала песни под гитару. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.